А мы тут йогой занимаемся. Это такая специальная зарядка. А вы знаете, на какую букву начинается слово йога? Да, я знаю, слово йога начинается на букву И краткое. Правильно, буква И краткая пишется точно так же, как буква И, которую мы учили с вами в прошлый раз. Только сверху ставится галочка, и получается звук Е. Давайте я вам покажу. Палочка, палочка, соединяем и галочка. Вот так. Здорово у тебя получилось. Зайчик, привет! Ты чего плачешь? Я поранил лапку, когда скакал. Вот это. Ой, как же ему помочь? А я знаю, как тебе помочь. Надо помазать твою лапку йодом. У меня как раз есть аптечка. Йод! Правильно, йод на букву И краткая. Ой, спасибо, царевна. Теперь нужно подождать, пока лапка заживет. А пока мы ждем, давайте пораскрашиваем мою раскраску. Как раз со словом на букву И краткая. Раскраска с нарисованным йогуртом. Я очень люблю йогурт. Когда я открываю крышечку йогурта, он часто розовый, потому что в нем много ягод. Особенно я люблю клубничный йогурт. Он самый вкусный. А мама любит йогурт без добавок. Странные взрослые, как же можно любить йогурт без добавок? Коробочку я раскрашу голубым. Йогурт – это такой молочный продукт, в который добавляют фрукты, и от этого он становится сладеньким. Но мама говорит, что йогурт очень полезен. Я так люблю раскраски. Теперь я возьму красный цвет и раскрашу им клубнику. Как аппетитно получается. Теперь раскрасим хвостик. Он как листики, зеленый. Мне очень нравится, как сочетается зеленый с красным. Смотрите, такая красивая клубничка. Вот бы съесть ее. Теперь я возьму фиолетовый цвет и раскрашу начинку йогурта. А еще я добавлю желтого на этикетку. Ой, здорово получилось! О, ой! Ого! Ого! Время подкрепиться! Ребята, теперь вы знаете букву И краткое. Давайте послушаем мою любимую песенку про нее. Йогурт очень-очень сладок, даже лучше шоколадок. В нем еще и витамины для Андрея и Марины. Йогурт, йогурт, вот съедят
с утра тебя едят. Это буква И, но краткая, а в желудке все в порядке. А в желудке все в порядке. Есть Марина, не устала. Ой-ой-ой, осталось мало. Поделись, Андрей, с Мариной этим йогуртом с малиной. Йогурт-йогурт вот сидят и с утра тебя едят. Это буква И, но краткая, а в желудке все в порядке. А в желудке все в порядке.